Здравствуйте, с вами магазин Автоток, и сегодня у нас обзор на штатную магнитолу для Toyota RAV4. Магнитолка у нас на андроиде, версия андроида здесь 6 установлена, то есть все работает очень шустренько. Настройки руля, Play Market для скачивания приложений с интернета, эквалайзер, топливо, расход показывает, что очень редко, кстати, в большинстве магнитол. Видео, можно просматривать фильмы, клипы, но сейчас, к сожалению, у нас ничего не загружено. ТВ аналоговая, штатная, Bluetooth, hands-free, свободные руки, настройки автомобиля, то есть имеются, то есть здесь можно кондиционер, климат, камеру, освещение, блокировку дверей настраивать. Браузер для серфинга в интернете. Эквалайзер. Радио у нас выглядит вот так. Можно регулировать здесь, здесь. То есть, чтобы запомнить канал, можно его перетащить пальцем. Можно ли просто зажать кнопку. То есть, магнитолка на русском языке. Очень неплохой перевод. Все работает. А вот здесь у нас громкость регулируется. Навигацию можно установить, в принципе, любую. AUX подключается. То есть все это очень быстренько, шустренько работает. Wi-Fi. То есть магнитолка очень хорошая. То есть также присутствует дисковод для дисков, что уже в новых магнитолах практически не встретишь. Рекомендуем приобретать. У нас на сайте автоток.net, автоток.com. Заходите. Всем пока.